Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится страшный монстр! Всем здорова, дорогие друзья, с вами по-прежнему Верфоуни Буби, и добро пожаловать в Гарда веселую игрушку под названием Roblox! Всем салам алейкум, братья и сестры! Здорово, чуваки! Ну что ж, ребят, сегодня мы с парнями устроимся работать в кондитерский магазин, точнее в магазин сладостей. У нас здесь кэнди-шоп, мы нашли вакансию на сайте о том, что требуются работники в этот замечательный магазин. Мы устроились и нам сказали, что наша первая смена будет ночная. Мы будем работать ночью в магазине сладостей. На выставьте лайк, если не успели поставить за 3 секунды, у вас вторая попытка. Заранее огромное спасибо, нам с пацанами будет безумно приятно. Ну чё, парни, готовы отправляться в магазин и зарабатывать деньги? Да, надо пробовать. Тогда погнали! Ну вот, парни, вот и магазинчик наш. Да. Ну да. Ну чё, давайте это, работать. Первая ночь у нас начинается. Первая ночная смена, друзья, в магазине сладостей. Добро пожаловать на вашу первую ночную смену в Candy Store. Вы здесь будете работать и продавать конфеты, а также выпечку. Ура! Конфеты, выпечка. Ваша работа заключается в том, чтобы вы занимались всевозможными приготовлениями и работали очень хорошо. И вообще-то проверяйте, чтобы все было чисто. Вам нужно убираться, подметать пол, вытирать капли, чтобы магазин был в чистой те и в кайфе. Работаем, парни. Все, парни, задачу поняли? Да. Все, пал-прел, делаю, исполняю всю задачу. Все, пацаны, желаю удачи. Первая наша смена. Ну чё, Андрюха, с чего начнем? Надо посмотреть. Надо начать с первой смены, правильно? Ну, это, ну, конечно, разумеющееся. Надо собрать маффины, парни. Тут кексики разбросаны, золотые. Собирайте золотые маффины. Я уже один собрал, я взял. Парни, там клиентка первая пришла. Ё-моё, обслужите уже ее. Пошла нафиг. Здравствуйте, куки. Что вам нужно, девчуля? Сейчас я вам дам вашу печеньку. Куки. Ваш заказ. А что куки? Он? Заказ не обработал. Ты возьми, куки и дай. Чё ты ничего не даёшь, если обрабатываешь её, Димон? Я им пустую даю. Держите вашу печеньку с кокулями овечьими. Вот. Я ей дал, парни, все. Хорош. До свидания. Так, парни, что, она нам дала деньги. Это мои первые заработанные, братва. Сколько дала? Целую пачку долларов. Я забираю. Первые деньги пошли, друзья. С кайфом. Денежки идут рекой. Четко. Это нравится. Так, о. Надо дальше заняться вопросиками. Клиент идет, ТВ-мен. ТВ-мен, рыцарь. Компьютер-мен пришел. Саламуцы. Кимми Кэнди. Конфету! Чупа-чупс! Нет, лолипоп. Вот, Кэнди Джейн. У него сейчас проблема пойдет, ошибка. Так, держите вашу конфету вкусную. Бабяна, ты можешь принимать заказы, чтобы я нормально все успевал делать? А я тут при чем? Я вообще тут бегаю. Андрюха, ты вообще на фейс-контроль встань. Че к нам ходят компьютеры? А чё, плохо что ли? Нам тебе деньги дал. Деньги я заберу. Ладно, не, это моё, братва. Да блин! Капец, а мне нравится, друзья, работать в магазине сладостей. Это очень круто, можно продавать всякие конфеты и зарабатывать нереальное количество долларов. Конечно, да. Кому не нравится, блин. Ой, нифига там фраер. О, нефар! Смотрите, он сейчас полмагазина скупит, у него, наверное, нефар. Денег куча. Я обслужу. Кэнди Кэнди. А может вам, может вы еще возьмете, пожалуйста, у нас печеньку и чупа-чупс? Не надо вам? А пусть все берут. Не, ему только это, Бабян. Вот ему эту. Ему ордер какой-то нужен. Кэнди. Кэнди Кейн ему надо. Кэнди Шап ему нужен. Кэнди Кейн, вот этот, леденец. Так что ты, Бабян, не даешь ему? Сказал так я дам. Взял бы, и стоит, бери. Леденец ему нужен. Да, все, Андрюха. Кэнди Кейн. Ребят, Бабян вообще это, вафел не работает. Я забирайте деньги. Ребят, все, с Бобисом бизнес не делаем, не работаем. Я вообще-то смотрю, порядок дня. Порядок дня, Порядок дня, я смотрю. Там он уже ушел. Он идет, еще он парни фрай. Все, теперь это Бобяна, Бобян, работай. Я обслужу его, салам. Так, смотрим, смотрим, Бобян обслуживает клиента. Что надо? Салам пополам. Что ему надо? Куки. Куки ему нужен. Это печенье. Я возьму куки. Это печенье, Бобян. Обезьяна. А я хочу сам съесть его, можно? Ешь. Кого? Чел? Деньги я заберу. Деньги? Андрюха, стоим на деньгах. Стоим. А мы уже забираем. Раз, два, три. Забирай. Поехали. Чё ж поньелы? Кто? Андрей вертится, деньги не дает взять. Отдай деньги. Мои деньги. Да блин. Да никто не забирает деньги. Мои. Мое бабло. Да ты пошёл, ты вообще ничего не сделал. Пошёл. Реально, иди нафиг. Я? Да. А ты что сделал?
Я дал конфету. Ага, я тут два заказа уже отдал. Вы только по одному делали. А, я три заказа дал. Я на охране стоял, не пропускал всяких там. Собрал Бабиан деньги все, зараза. Ну ладно. Так, парни, мы же работаем на общую эту. Бабузяк, надо быстрее тебе это пойти в эту, в кладовку и помыть там все. Да блин, я не хочу там. Бобби, все, все мыть надо. Помой тоже, помой, ага, реально. Сейчас тебя помою. Ладно, помой, парни, давайте, чтобы быстрее, берем все и вытираем все вместе. Вот именно, помой, помогайте. Меня. Моем я пол. Чешусь. А что здесь это? Все разлито. Кто это разлил? Я понять не могу. Я не знаю. Это ё-моё, это предыдущая дневная смена. Мы-то, друзья, работаем ночью. А кто в дневной был? А днем здесь работают другие. А, и они. И они вон все тут, блин, засрали. Реально. Да, это всё, правда. Мы все почистили. Бабян, давай, твоя последняя. Последняя, давай, вымывай. Че ты там? Я думал, собьется. Так, ну что, там идет парни кто-то. Принимает его. Да там вон пришел. Прям как я. Пришел какой-то чел. Он больше, блин. Здравствуйте, Кэнди. Парни, я ему дам конфету. Сейчас я ему дам конфетку, парни. Все, держите, пожалуйста, вашу конфету. До свидания, мистер. Только не забудьте положить денежки, пожалуйста. Пока, браток. Спасибо. О, очень много денег. Там сотки баксов, целая стопка. Нифига у нас конфеты делись, дорогие. Делись. По $1000 где-то, наверное. А может это и правда, более. Это правда. Ну, слушайте, парни, работенка не пыльная. Если честно, мне очень нравится работать в магазине конфет. Ну да, нормалек. Кэнди шоп. Прям реально топово. Так, ладно, парни, готовьтесь сразу. Че ему надо? Peppermint candies. Паперма Маккендис. Вот, да. Паперма Маккендис, это вот это Паперма Маккендис. Вот а я, кстати, тому не ту конфету дал. Конфет. Тот просил, кстати, обычную, а я дал Паперма Маккенди. Обманули, лоха. Я его заскамил, а я не взял Паперма Маккенди. Так возьми, чё. Вы можете, парни, тоже помогать? Мы только деньги можем помогать, конечно. Почему вы не помогаете с Паперма Маккенди? Вот, смотри, сейчас деньги положат, мы заберем, мы тебе поможем. Все, забирай, забирай. До свидания. Мы можем только деньги забирать. Да, ага, я так и понял. Смотрите, братва, а вы видели на улице маска SCP-шная? Маска? Да. А это мусорка просто новая. SCP такая маска, ладно. О! Вот он, вот он, идиот. Не понял. Вот он, кто это? Не понял. Что за шайба? Ребят, это что, мой братан? Дайте ему все, парни, бесплатно. Да это бесплатно. Парни, это реально мой кореш. Ребята, это мой близнец брателла. Да блин. Посмотрите. Реально твой близнец, только он такой здоровый, шайба в натуре. Такой конфет много ест. Понятно. Жесть, ребят, ну это лайкусик прям. Реально. Пришел мой кент. Какой-то фраер пришел, реально. Так, ладно, хорошо. Что дальше у нас будет? Я уже устал, братва. Мне кажется, сейчас надо мусор убирать. Да там еще идет тип. Да ё-моё, сколько да куда их? Они прутся? Чё ему надо? Вот этот мажорчик идет. У нас, наверное, очень вкусные конфеты, что ему понравилось, братва. Они возвращаются все. Может, он их просто выкидывает? Куки. Выкидывает? Чё, не понравилось? Нет, понравилось. Может быть. Если ему дам куки. На, бро. На, поешь. На тебе вкусные куки. Thanks. Давай бабки сюда. Yeah, boy. Чё забрал? Чё ты там машешь, бабя? Салам! Салам! Салам, брат! Иди на работу, бабя! Там новый клиент идет, парни, вы видели? Идёт уже? Вот, идёт. Вот, зашёл. А, вот он, что ему дать? Ему надо все на бесплатно. Так, ну чё, давайте позвоним в офис, парни, там с офиса звонят. Алле, алле! Нам звонят. Сейчас я поговорю, подождите. Сейчас я поговорю, кто там. Алло! Кто звонит? Ребята, аккуратно, серийный убийца сбежал из тюрьмы, и он ходит по окраинам города, будьте начеку. Внимательно смотрите за клиентами. Если офигеть, видите что-то подозрительное, будьте начеку и оставайтесь в безопасности. Ага. Да парни, это вот этот желтый заходил, видали, да? Слушайте, братва. Желтый фитарке, да ты, наверное. Подождите, я правильно понял, что серийный убийца сбежал из тюрьмы, ходит недалеко, рядом с нашим магазином, и нам нужно быть начеку? Ну вообще, да, как нам сказали. Ну вообще, да, надо будет быть начеку, реально. А как выглядят серийные убийцы, парни? Ну как Андрей. О, так, ну что, ночь 2, друзья, вы помните, серийный убийца сбежал из тюрьмы. И нужно быть начеку, пришла тебе вуменша. Ну это, да, да, ну это нормально. Это тебе вумен титан, но я думаю, это не этот. Я думаю, это не опасный бандит. Ну да. Так, ну все, сейчас отдадим. Так, парни, я...
Бабян, ты рассчитай, пожалуйста, это именно. Да, да, конечно. Я пойду на улицу, Андрюх, проверю, может, со мной посмотрим, есть там что. Да, да, идите, идите. Давай я деньги собираю. Так. Поменялось ли тут что-то, правда, конечно, я не знаю, не знаю. Чисто, нет никаких серийных убийц. Все, Бабян, там все спокойно на улице. Ну все, стойте там, не заходите сюда. Не, больше. Будем здесь, Андрей, зайди в угол. А если это серийный убийца? Смотрю, у него график. Слушайте, так о чем мы, мистер, вы серийный убийца? Да? Че ты, Бабян, троллишь меня? Мистер, вы точно не серийный убийца? Нет. Ну все, парни, я спросил убийца, он сказал нет. Так спрашивай, Злохопа, ты поинтересовался. Да, я поинтересовался. Все, забираем денежки, друзья, капусту забираем. Все, забрали. Квашеную забираем, капусту. Ну я думаю, парни, знаете что? Если убийца придет, мы ему как наваляем, наши трое, погнали, он один. Погнали, уберем что-нибудь. Только если у него не будет пистолета. Ну, это надо будет взять, короче, знаете что? Метлу и отогнать его. Реально, вынести мусор. Вот это что-то странное. Не? Лолипапи. Это с больни... Это с дурки сбежал пациент. Смотри! Смотри, Бабян! Сныкался! В безопасность пошел, сныкался! Вот и что у нас здесь это двери прозрачные и все. И нас видно, только в туалете можно прятаться, реально. Просто так и не спрячешься. Вдруг это убийца, то вообще угарщик будет. Да не, это не убийца. Я взял деньги, парни, если что. Во, нормально, красавчик, правильно, вот так и продолжай, Андрюха. Клиент идет, парни, опять тот челик идет. Работаем, парни. Так, сейчас я ему по центре дам. Вот теперь моя очередь обслужить клиента. Давай, давай, обслуживай. Это прям на Бабяка похож, только повыше и опять в моей рубашке, футболке. Так, ну и чупа-чупс ему надо. Так, сейчас мы ему дадим пососать чупа-чупсик. Чупа-чупс! Держите, ваш лолипоп, мистер. Че ты, Бабян, смеешься с него? А че он как лоб выглядит? Так, забираем денежки. Интересно, сколько мы всего заработали уже баксов? Мне кажется, миллион баксов заработали. Миллиончик уже. Мне 900, а вам по 50. Слышь, ты че, офигел? Че? Ага, нам всем по 333. Ты кто такой? Давай, до свидания. Так, Андрюха, че ты думаешь делать надо? Ну, я надо, короче, это, думаю, надо отдохнуть, наверное. Думаешь, поработали и хватит, уже спать пора. Поработали, и можно мусор. Может, мусор выкинем, Андрюха? Да, тут вон мусор на полу, надо подмести, братва. Да, крутой отдых, блин. Подметайте мусор. Ну, ты, Андрюха, конечно, меняешь свои мысли. Это отдых для души, если что. Кто не работает, тот не ест. Кто не работает, тот не отдыхает. Лучше ворк это работа, а волк это гулять, а волк это волк. Вот это, Бабян, ты, конечно, да. Так, ну что, все, две последние парни на вас, получается. Ну все, ну вот Бабян все доделали. Да, кайфе, ну выглядит гораздо круче, когда чисто, да, ну, парни? Согласен, чистоте да не в обиде. Вчера было грязное очень. Мне сегодня он грязно. С нами сегодня как Андрей работает, так все время грязно. Ну а теперь давай, может, Бабян, это выкинем мусор в мусорку. Как тебе на улице? Да, отличная идея, погнали. А давайте вынесем мусор. Так я первый на улицу не пойду. А где наш мусор-то? Вот там сзади показано. Так надо взять же или так нет? Там, наверное, просто кого-то выкинуть в мусорку, наверное. Подождите, дайте, у я хочу посмотреть. У нас всегда с собой мусор. Подожди, Бабян. А, это мы собрали этот мусор, который подмели, да? Да, идите. Так, пойду я выкину, парни. Так, иди, я тоже пойду выкидывать. Так, выкидываем, братва. Только не мешаемся. Опа. Все, я выкинул. Сзади убийца! Пошел нафиг! Что это было? О, как будто бы этот заключенный сбежавший был! Я стал, блин. Это в маске! Как это будто бы дядя из дурки, который свалил. Там клиент идет. Это как будто бы, друзья, был заключенный. Или нам показалось? Показалось, наверное, я это не был знаю. Заключенный, а как парень. Нам троим показалось? Кажется, парни, что-то здесь не это. Быстрее обслужите, и все, и нафиг его. Надо закрываться надо. Ё-моё, ребят, что-то страшно уже стало. Мы рофлили, смеялись, и уже не весело стало. Уже очень. Андрей, забери денежку. Вообще. Я забираю бабки. Уже очень невесело, парни, стало. С такой мама суетой. Страшно, вырубай. Все, и там мне не явится. Все, и там мне не явится. Че там, Бабян? Кстати. Чисто? А маска была очень сильно похожа на ту урну, да, которую да. Притащили. Кэт Оранж идет. Друзья. Салам алейкум. Ему бесплатно, парни, ему бесплатно. Не, ему тоже, как и всем. Как и всем, в двойной цене. Давай ему пермоментную кэнди. Пермоментный кэнди? Пепперминт кэнди. Типа из бумаги сделанная? Ну, может, Пеппердели это было. Пеппердели. Так, ну что, давай конфету ему. Забираем денежки. И все, парни, надо заканчивать уже эту смену. Я вот тоже так думаю, слишком много произошло. Да, уже пора заканчивать эту смену. Все, расход тут. Идет, блин, блинский. Что за доходяга идет? Идет девчонка к нам.
Нифига себе, она еле идет, она вообще худая, я подую, она улетит. А, ей надо реально конфету. Не дуй, Андрюха, она улетит, я сейчас печенье дам, она наест хоть жирка себе, хоть на человека будет похоже. Побольше ей, может, дай побольше. Зубы выпадут. Ну ты рофлишь, бабян, сделал. Ну ты приколись. Че, забираю я денежки? Ну все, пора заканчивать смену, братва. Реально, мы очень утомились, уже вторая ночь идет, работы жесткие. Все, магазин закрыт! Бабян, давай назад закроем дверцу. Парень, так меня-то впустите. Заходите все, все закрываем, все, не выходите. Парень, свет! Не понял. Братва? А че за светом? Свет погас. Погас и свечи. Сила где ушла, парни. Все, электричество, энергия кончилась. На что она так? Где у нас генератор-то вообще? Ну, генератор, коробка, на она это... Улице? На улице, блин, сзади улице, здания. Парни, да, то есть мы должны зайти. Идите, за помойку. Я тут постою. Так, давайте все вместе, братва. Не-не-не, я тут постою, парни. Ну я пошел. Андрюх, подожди, я сейчас попробую. Тут какой провод, Андрюха, зеленый или синий надо? Синий перерезывай. Да не, красный. Красный? Сейчас я посмотрю. А, красный, да, красный надо. Там красный отошел контакт, бабян, сейчас я сделаю. Да, блин, закинули. Сейчас, я тут, главное, чтобы током не ударило. Это преступник, бабян, прячься! Бабян, закрывай дверь! Там преступник, уходим! Он бежит, Андрюха, иди сюда! Отойди оттуда! Иди сюда! Иди вглубь забежим! Топор там, он сейчас убьет! Ё-моё! Понял? Клиент пришел. А как он так быстро пришел? Парни, я уже не хочу, бабян! Ну отдайте уже конфеты, блин, какие-то. Дайте ему все бесплатно. Да вот, Кэнди. Ты видел, Андрюха, там реально был монстр из тюрьмы, этот маньяк-убийца. Бабян, мы не врем, это реально. А вот я верю, покупатель рыжий, и все, он исчез. Там был с топором монстр из тюрьмы, сбежавший преступник. Ошалеть. Он бежал за нами. Это жесть, конечно. Он нас убить хотел. Очень страшно, звони. Парни. Звонок, алло? Звонок, надо алле, брать. Алле. Подождите, звонит звонок кто-то. Учителя. Сейчас кто я парня возьму, подождите. Кто там? Я не могу взять трубку. Кто звонит? Алло. Алло, это кто? Эй, босс? Алло. Эй, вы, я знаю, что вы находитесь внутри. У меня для вас хорошие новости. Какие новости? Что вы там рассказываете? Я подожду вас снаружи. Нет. Мы не выйдем. Он скинул трубку, не выходите на улицу. Это не босс. Очень плохо. Это был не босс, голос не босса был, это парни. Не босс был, это не босс, бабян, не выходи на улицу. Я здесь стою. Надо в окна посмотреть. А что нужно сделать? Реально, там вон стоит посылка какая-то. Но это по-любому замануха, не выходите, мне братва. Мне кажется, замануха. Может, пойду проверю? Не надо. Базар. Сидите на здесь. Нам нужно идти? Не надо нам идти, сидите. Точно. Ладно, хорошо. Или нам надо идти? Я не давайте знаю, я схожу. Его. Ладно, давайте все вместе, брат. Надо пойдем. Вместе сходить, парни. Ладно, погнали, втроем. Если что, парни, мы отмутузим его этого монстра. Ты уверен? Назад! О май гад! Опять? Снова? Показалось, что ли? Ошалеть. Так, идем. А как он мог появиться и исчезнуть? Я не знаю. Это все какая-то сделан. Шутка. Это не смешная шутка, братва. Да, реально, это все хорош. А вдруг он там в здании? Давайте нам уже доставку быстрее, мы пошли отсюда. Да, нам нужна доставка. Быстрее доставку, отдавайте нам все. Парни, нам не отдают ничего. Не отдают, ладно, почему не отдают? Я обратно пошел, короче, я не знаю, пока. Братва. Ночь 3. Все, ночь 3. О, последняя. После этого, парни, увольняемся. Увольняемся нафиг. Все, просто увольняемся, я ребят. Я не по собственному. Я не терплю такого отношения ко мне, как к работнику. Это издевательство какое-то. Реально. Надо просто, парни, написать заявление, сказать, мы больше не будем работать. Кстати, и требуем почему? Возмещения морального ущерба, $1 000 000. А почему все ночью за конфетами приходят? А потому что мамка не разрешает утром, все ночью едят в крыску. Все приходят. Да. А знаешь почему, Андрюх? Потому что у нас ночью скидки большие. После 9 вечера скидки, поэтому ночью все приходят. Вот, клиент пришел. Да. Здравствуйте, мне, пожалуйста, 2 печенья и 1 леденец пососать. Мистер, мы можем дать вам только, знаете что? Что? Мы только можем вам сказать, подвиньтесь, там клиент пришел. Да, реально, прям на тебя тоже похоже. Настоящий нормальный клиент. Настоящая клиентура. Коровы на плече. Так, ну все, третья ночь, парни, и реально, я забираю деньги и ухожу с этой работы. Пойдем, знаете куда? В офис пойдем работать. В офис. Будем офисными работниками. Офисы я люблю. И там у нас будет босс. В офисе. А здесь у нас вообще не босс, а понос. Реально. Так, парни, теперь клиент, если придет, то это на вашей совести. Чё? Что? Девчонка придет. Я в Стафонле видел там лом просто это самое. Кто? Летал. Лом. Реально? Обслужи, Андрюх.
Какой лом летал? Я отвечаю вам. Что-то я ничего не видел. Все, Бабян, давай не это. Не мороси. Что вы там насмотрели? Да там ничего не было, что-то Бабян уже мерещится, походу. Это что за кракозябра пришла? Да девчонка пришла. Пошла нафиг отсюда. Че ты, Бабян, так с клиентами? Клиент всегда прав. Конечно, конечно. Ты не слышал такое? Вон, в туалете он будет всегда прав. Клиент всегда прав, надо обслужить. Да. О, вот теперь его можно и как говорится, и не обслуживать. О, близнец. Ой, ты идиот. Здравствуйте, конфет нету, есть какашки, вам надо? А, две какашки, хорошо. Здесь написано, там вот. Какашки. Диджи Кастемер и какашки. Кишки. Вот тут у нас накакана на печеньку вам так подойдет. Здесь написано как и какис. Бабян, это твой брат-близнец, что ли? Да. Какис. Ну все, он ушел. Его зовут Демис. Демис? Демис. И тебя Денис, а того Демис? Да. Ого. Вот это прикол. Тебя Бобби, а того Босси? Да. Че за шум? Че упало? Тихо. Я же вам говорю, лом. Братва, что-то упало. Что там летало? Я думаю, что-то упало. Что-то в этом, в кладовке упало. Пойдем посмотрим. Что-то может упасть. Не знаю. Что-то упало. Хм, все как и было, как раньше. Ой, ничего. Что-то сколы странные только. Да это все было. Нет, ничего такого. Может, нам просто это, парни, воображение разыгралось. Пойдемте обратно работать. А что у нас леденец здесь валяется? Что там написано? Я приду за тобой, бабузяк! Я приду за тобой, бабузяк! Нет! Я приду за тобой, Амершоу! Я приду за тобой, Фоня! Что? Это очень плохо, парни! Это очень плохо! У меня плохие ощущения на счет, парни. За нами придет этот маньяк! Звонок! Братва, нам звонят! И бери трубку! Ой, сейчас возьму. Давай! Парни, я очень боюсь, что происходит! Бери, бери, бери! Очень страшно, очень страшно! Алло! Алло! Что? Парни! Алло! Тут все в телефонах! Братва! О май гад! Что происходит? А, очень, глюки! Очень страшно. Эй, вы мусор дурацкий! Я жду вас со своей машиной на противоположной стороне дороги. Я врезался. Это лох. Нужно, чтобы вы мне помогли. Вышли наружу и помогли мне. Мы, может, не будем помогать? Он не врезался. Нет, нет, не надо, Димон, давай не пойдем. Это не аварийная служба. Ё-моё, это магазин конфет. Реально. Где он там врезался? Мы можем ему... А, это самое... Поломанную машину конфетами залепить. Нам надо ему помочь, но мы не видим, где врезался кто-то. Ну, кстати, да, это страшно. А, вон, нет, вижу, вон врезался. Нифига на 99-й. Надо помочь на человека. Блин, ну ладно, пойдемте тогда поможем. Его, наверное, занесло на скользкой дороге. Ну как, лето, как он мог его занести? Не знаю. Парни. Братва! Пошел нафиг! Обратно бежим! А, вот это баба. Внутрь, быстрее, он за нами! Внутрь! Иди нафиг, успели? Блин, дурак. Спрячься! Или полис? Позвони полис! 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 Кал! Кал за полис! Полис! Концовка. Вы позвонили в полицию, они приехали очень быстро и спасли вас. Крутяк. Хорошая спасли концовка. Вас и вашу жизнь. Ну что ж, друзья, вот такая концовочка у нас была. Мы позвонили в полицию и благополучно выжили. И никакой страшный монстр нас не убил. Ну а на этом все. Всем большое спасибо, удачи, не болейте, успехов, хорошего настроения и пока-пока! Бай-бай, дорогие друзья!